Предыдущая запись у меня закончилась по банальной причине. Я просто забыл вставить фотоаппарат в карту памяти. Вот, поэтому внутренней памяти хватило там на несколько секунд. Вот. Поэтому продолжу. Незатейливый репортаж о том, как нас заметает сегодня, 15 марта, снегом. Вот машины. По ним уже можно определить. Кот, котенок перепуганный совсем. Снег, к сожалению, бьет прямо в объектив. Вот. И может быть это ему тоже мешает наводить резкость, поскольку снежинки тоже являются объектами, да? И резкость поэтому может плясать. Из этих машин никакого. Я пока тут ничего особенно не комментирую, просто снимаю. Снег идет такой средней плотности. Вот. Ну, плотность снега легче всего определять по тому, как видно отдаленные объекты. Вот. Ну, они в целом пока еще видны. Ну, останки башни, скорее всего, не видно. Вот. Для коммунальщиков здесь объявлен час пик, естественно. Вся техника на ушах стоит. В проспекте вот такая вот картина. Вот по машинам можно определять уровень, сколько снега замело, ну, за последнее время. Армянский храм виден полностью. Вот, то есть пелена снега не такая уж и густая, как, может быть, люди ожидали. Ну, пока еще, как говорят, не совсем вечер. Вот, в то же время сейчас температура где-то нулевая, поэтому вот дороги такие мокрые. Снег подтаивает снизу. Съемки, они как однообразные, достаточно скучные, как и все остальные мои видео, поэтому там долго снимать. Был запечатлен момент выпадения снега 15 марта, ну, наверное, хватит пока достать, может, еще где-нибудь в другом месте.